Вот впереди, сейчас передо мной, Chevrolet Lacetti. Какой у него номер, читаем он или нет, абсолютно не смотрит водитель. А какой же у него номер? Да. Читаемый, нечитаемый. Вот так люди ездят. Это расстояние 3 метра от моего автомобиля до его. Вот. А с 20 метров вообще не разберешь, какие там буквы и какие там цифры у него. Вот. Только догадайся. Вот так и ездят по дорогам России. У нас машины с владельцами, которые не следят, а читаем ли у них сзади номер. Между прочим, за это предусмотрен штраф согласно ПДД. Вот такое дело.